Последний день апреля порадовал солнцем, но не теплом. Виной тому холодный фронт, который прошел по территории Латвии, говорят синоптики. Северный ветер принес нам более холодный воздух, и температура по сравнению с предыдущими днями упала на 5, а в некоторых районах на 10 градусов. А какая погода будет на празднике, знает наша коллега Галина Солодовник. По прогнозам синоптиков, завтра теплее всего будет в Латгалии. Там воздух прогреется до плюс 18 градусов. На северо-западе страны заметно прохладнее, плюс 7, плюс 12. При этом будет дуть порывистый ветер, так что по ощущениям будет не слишком тепло. Кроме этого, ожидается небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер принесет в Латвию очередную порцию холода. И в последующие дни температура упадет еще больше. Уже 2-3 мая у нас в дневное время воздух прогреется только до 7-13 градусов, даже при всем том, что будет светить довольно много, также солнышко. 2-3 числа, можно сказать, без существенных осадков. В дневное время небольшие кратковременные осадки могут быть, особенно в Видземе. Ну и следующие зоны осадков тогда через Латвию будут проходить 4-5 числа, но они тоже очень существенных осадков не принесет. Можно сказать, это небольшой кратковременный дождь. Ожидаются в первые дни мая и ночные заморозки, наиболее сильные и обширные в ночи на субботу, но и в другие ночи. На возвышенностях температура может опускаться ниже 0 градусов. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в первой декаде мая ожидается ниже нормы, примерно на пару градусов. При этом синоптики замечают, что отрицательные температуры для майских ночей не такая уж редкость. Такое уже бывало в истории метеонаблюдений. Это же касается и майского снега. Снег в мае выпадал неоднократно, говорят синоптики. Был случай, когда в Дагде в начале мая даже образовался снежный покров высотой 12 сантиметров. Так и сейчас полностью исключить, что в Латвии на майские праздники выпадет снег, синоптики пока не могут. Хотя, вероятнее всего, снег пройдет северней, в Эстонии, Финляндии и Швеции. По прогнозам метеорологов, довольно прохладная погода сохранится всю первую декаду мая. И только после 10 числа температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов и выше. Галина Солодовник, Ингус Грауденш, Латвийское телевидение.